Ничего себе! Никогда не видел столько самолетов! Только не отвлекайся, дружище! У тебя на 6 часов! Тебе кранты! Как до такого вообще дошло? Что ж, давай-ка я. Ты решил начать флешбэк прямо посреди боя? Еще как. Так о чем это я? Ах да, все началось. Мои соотечественники, как вы все знаете, у нас идет война с силами коалиции. Но сегодня... Я хочу поговорить не о наших врагах, а о наших друзьях. Британия, ну же, мужик, не делай этого. Ты знаешь, что у тебя нету шансов. Гитлер говорит о мире, но мы не будем терпеть его тиранию. Он сказал нет. Даже когда я сказал, что они могут продолжить устраивать маскарад со своими маленькими монархами. Гитлер может засунуть свое предложение туда, где не светит солнце. Конечно, у нас меньше людей и пушек. 4-1. Видишь? Так зачем сопротивляться? Потому что мы, черт возьми, британцы, и мы не идем на попятную без боя. Даже если это наша последняя надежда на выживание. Тогда почувствуй гнев стран Оси! Ах да, ну так давай. Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться на вражеских платформах. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться в холмах. Мы никогда не сдадимся. Джентльмены, пора вторгаться в Британию. Мы покажем им, что они не могут противостоять мощи Германии. Как насчет морского десанта, майнфюрер? Да, морской десант! Хорошая идея! Мы запустим атаку по морю и по воздуху! Но как нам ее назвать? Может, операция «Морской конек», сэр? Или операция «Морская черепаха»? Найн! Я хочу сильное животное! А, как насчет льва? И добавим к нему еще море! Морской лев! Насколько я знаю, это совершенно другое животное, майнфюрер. Глупости! Операция будет зваться «Морской лев»! Но нам нужно получить превосходство в воздухе над Британией, чтобы операция прошла успешно. Нет проблем. У нас есть Люфтваффе! Если они продолжат бомбить нашего Джоама, нам хана! У нас попросту нехватка людей. Это покажет им, кто их фюрер! А теперь смейтесь со мной! Так, парни. Фрицы думают, что смогут победить нас, но мы им покажем, из чего мы сделаны. Дайте им старого доброго чумака! Какая маленькая эскадрилья. Это даже не назвать испытанием. Да, давай скорее закончим. Мне еще надо успеть на кафе над кухон. Los Cats! Ты запретовал проигранную битву! Наши силы вдвое превосходят ваши! Сдавайтесь, чтобы избежать еще больших потерь! Может, у вас и больше самолетов, но у нас есть секретное оружие! Секретное оружие? И что же это? Радар, бэйби! Мы видим вас за километры! Мы всегда будем на шаг впереди! Именно поэтому мы никогда не сдадимся кому-то вроде вас! Это мы еще посмотрим! Thank you.
хочу отомстить за атаку на Берлин! Они уничтожили мой любимый Шницергаус! Но, майн фюрер, наши цели аэродромы и индустриальные районы. Атака на гражданских идет против наших чёртов принципов! Мы должны показать британцам всю серьезность. Если они думают, что могут напасть на нашу столицу без последствий! Но какой ценой? Британцы соберут большую армию, что продлит войну. У кого здесь усы? Вас, майн фюрер. Кого ты, Хайль? Когда солитируешь? Вас, майн фюрер. Тогда приступайте к бомбежке городов! Цельтесь в дома, семья и интерьеров! Пора преподать им урок, который они не забудут. Как пожелаете, майн фюрер. Мы немедленно начнем необходимые приготовления. Командир, я вижу вражеские самолеты. КВВС? Они ничтожество. Но, командир, это они. Авиазвено номер 12. Что? Самое грозное звено КВВС? На вас быстро движутся еще враги. Время прибытия 5 минут. Лоди Парми, давайте покажем этим нацистским ублюдкам, из чего мы сделаны. Типа бобы, да? Да, именно так, дружище. Бобы и тост с головы до пят. Работа, напарни! Это была отличная схватка! Мы показали им, где раки зимуют, е? Они запомнят этот день. Но держите ухо востро, парни! Они могут вернуться за добавкой. Это неприемлемо! Как мы могли допустить проигрыш этим не до пингвинам, а островитянам? Как это случилось? Мы зажали КВВС в угол! Майнфюрер, КВВС оказались грозными противниками. У них умелый пилот. Не оправдывайся! Мне нужен результат! Мы должны вторгнуться в Британию и сокрушить их! Майнфюрер, вторжение в Британию дорого нам обойдется. Мы не можем допустить еще одно поражение. Ладно, пока что. Мы откладываем операцию «Морской лев». Мы перегруппируемся и придумаем новый план. Третий рейх никогда не падет! Мы сокрушим наших врагов и будем править миром! Ты ничего не заметил, пока фюрер кричал на нас? Что? Он всегда кричит? Да, но в этот раз было иначе. Просто мы не подписывались на этот план, разве нет? Я понял, о чем ты. Но мы должны оставаться верны фюреру. Но что, если быть верным означает, что мы больше не служим нашей стране? Просто не идем ли мы против того, на что подписались? Я не знаю. Я думаю, что мы должны верить, что фюрер знает, что для нас лучше. Дорогие друзья, вы совершили невероятный поступок, который войдет в историю. Но враг все еще рядом с нами. И мы должны продолжать. Давайте не забывать эскадрильи, нанесшие сильный удар по нацистской машине войны. Еще никогда в истории войн человечества столь многие не оказывались в долгу перед столь немногими. Все окей, сын. Мы будем в порядке. Давай посмотрим, сможем ли найти что-то еще. Сэр. Не нужно держать в себе. Мы потеряли столько жизней в этой войне. Нет ничего зазорного в горевании и проявлении слабости.